Я приветствую вас, возлюбленная благословенная Церковь Иисуса Христа. Сегодня воскресенье, в нашей церкви снова богослужение. Приглашаем всех. Давайте с вами помолимся. Дорогой Небесный Отец, славим и благодарим Тебя за день сегодняшний, воскресный, чудесный, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе за прекрасную погоду, за атмосферу любви во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе. Благодарим Тебя, что мы перешли из царства тьмы в царство возлюбленного Сына Твоего Иисуса Христа. И мы уже пьем новое вино в царстве нашего Небесного Отца. Этот хлеб – это Твое тело, Господь. Это вино – это Твоя кровь. Ты сказал: ешьте мою плоть и пейте мою кровь, и будете иметь жизнь вечную. Кто не будет есть плоти Сына Человеческого и пить Его крови, тот не будет иметь в себе жизни. Аллилуйя! Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты явился, Спаситель наш, для того, чтобы разрушить смерть, и Ты уже ее разрушил, и явил нам жизнь и нетление через благовестие. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! За победу Твою. Ты сказал, что в мире будем иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. И сия победа, победившая мир, вера наша. Аллилуйя, слава Тебе, Господь, за все оружие Божие, которое Ты облёк нас, Твою Церковь. И врата ада не одолеют ее во имя Иисуса Христа. И чтобы не вооружился против нас, то это не от Тебя, Господь, потому что Ты сказал, вот будут вооружаться против Тебя, но не от Меня. Кто бы не вооружился против Тебя, будет истреблен, будет и падет во имя Иисуса Христа. И Ты сказал, кто обвиняет избранных Божьих, Бог оправдывает их. Если Бог за нас, то кто против нас? Если Ты, Бог, Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не даруешь нам и всего. Аллилуйя! Я благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе. Драгоценный наш Небесный Отец, драгоценный Дух Святой, спасибо Тебе за Сына Твоего, Иисуса Христа, за жертву Твою на кресте, за пролитую кровь. Мы благодарим Тебя за то, что мы имеем Сына Божия. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную, не имеющий Сына Божия не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Я призываю, чтобы все мы призвали имя Господне, ибо кто призовет имя Господне, тот спасется. И твое имя Иисус Христос, и ни другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Мы поклоняемся Тебе с небес, наш Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. И все, кто будет смотреть наше богослужение, где бы они ни находились, на небесах, на земле или в преисподней, все преклонят колени пред Тобою. Во имя Иисуса Христа. Славим и благодарим Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Это тело Твое, Иисус, за нас ломимое. Ешьте это все. Это кровь Нового Завета, за многих изливаемого оставления грехов, воспоминания Твоей жертвы. Пейте это все во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте прославим нашего Господа, поклонимся Ему. Прихожу к Тебе я,
Хвалою чудеса твои велики, и любовь твоя сильна. Прихожу к тебе я с хвалою чудеса твои велики, и любовь твоя сильна. О, ты велик, ты прекрасен и велик, и другого нет, как ты, и другого нет, как ты. О, ты велик, ты прекрасен и велик, и другого. Аминь. Слава Иисусу. Нет другого, как ты, наш Бог. Ты всемогущий Иисус. Аллилуйя. Ты творящий чудеса. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Кстати, я молилась, чтобы у меня сверхъестественным образом заработала духовка. Вот, потому что она мне уже давно не работает, и молилась каждый день, и вот я вчера, мне пришла мысль, иди включи. Я включила, смотрю, опять она работает. Аллилуйя. Это уже не первый раз такое чудо произошло. Аллилуйя. Слава Господу. Просто хочется верить в невозможное. И как бы Бог побуждает меня упражняться в этом, в этих чудесах Божьих. Аллилуйя, слава Господу. Слава Господу, потому что я уже 2 года нигде за зарплату не работаю, поэтому уповаю, надеюсь только на Господа. Аллилуйя, что Он мой обеспечитель, что Он позаботиться обо всех сферах моей жизни. Однажды я сказала Богу, я хочу посмотреть, как ты будешь обо мне заботиться, если буду надеяться, уповать только на тебя. Аллилуйя. Потому что действительно мы разочаруемся, когда надеемся и уповаем на не на Господа, а на что-то другое в нашей жизни. Написано, да, что проклят всякий, кто надеется на человека. Поэтому мы с вами те, которые надеемся на Господа. Аллилуйя. Так, давайте с вами продолжим учиться молиться по Слову Божьему. Откроем 1 Тимофея. 6 глава, сегодня у нас на очереди идет, 11, с 11 по 14 стих. Первая Тимофея. 1 Тимофея. Я молюсь не только, чтобы сверхъестественным образом заработала духовка, но
такие вещи прошу Бога, которые никто не просит. Например, о том, чтобы сверхъестественным образом заработал титан. Кстати, у меня тоже долгое время не работал, потом я молилась, и он вдруг начал работать, проработал там длительное время, довольно долгое время. Вот, потом опять перестал работать. Сейчас я опять молюсь, чтобы опять заработал титан. Сверхъестественным образом именно. Так. 1 Тимофея 6:11-14. Так. 1 Тимофея. И сразу переводим эти стихи из Священного Писания лично на себя. Если мы отождествляем Слово Божие лично с собой, то Слово Божие отождествляет нас лично с собой. Аминь. Так, у нас тут две камеры, поэтому я смотрю и туда, и туда. Вот. Я же человек Божий, убегаю всего. Это имеется в виду сребролюбие. А преуспеваю в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости, подвязаюсь добрым подвигом веры, держусь вечной жизни, которой я призвана, и исповедала доброе исповедание перед многими свидетелями. Пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом, доброе исповедание завещеваю себе. Соблюдаю заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа моего Иисуса Христа. Аминь. Слава Иисусу. Давайте еще 15-16 стих. Уж очень мне нравится. Которая в свое время